Животные тоже любят приключения не менее людей, вот только не очень умеют к ним готовиться. Особенно если предстоит взобраться на заснеженную вершину, а тебя только лапки. Альпинисты Сириллы и рекрореры никак не ожидали найти во время восхождения посреди снежного безмолвия домашнюю кошечку. Вершина Бритсина не самая высокая, всего 3000 километров. Но ничего живого тут нет, кроме кошки. Вот только представьте, вы аккуратно поднимаетесь на гору, преодолеваете путь по снегу, иногда любуетесь красотами и вдруг кошка. Не косматый дикий зверь, а самая обычная домашняя кошка, которая озябла и напугана, а потому очень рада встретить людей. Долина на заднем фоне до жилья далековато. Сначала кошка пыталась идти вместе с альпинистами, но потом поранила лапки о лед и дальше ехала с комфортом. По прибытию в лагерь парни передали кошку, другой группе, которая спускалась в долину, и те отнесли ее в деревню. Как потом выяснилось, кошка потерялась несколько дней назад. Ее трижды встречали на склоне горы, каждый раз все выше, что тянуло пушистика на вершину, так и неизвестно. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете по поводу этой истории.